Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, всем привет, мои дорогие подписчики, а также гости канала. Сегодня непосредственно игрушка называется Флотсам. Ну и тут вдруг обнаружилось, пришло уведомление, что крупное-крупное обновление. Ну вот оно, World Upgrade вышел. И слушайте, довольно-таки интересно. Давайте я немного, так сказать, ее покажу и расскажу, значит, какое новшество и что изменилось. Ну, во-первых, изменился кораблик. Точнее, не кораблик, а наш непосредственно плот, да, на чем мы раньше, помните, такая была, типа, ну, просто деревяшки, да, и нужно было где-то добыть мачту, точнее, собрать, да, поставить, и на мачте якобы мы плыли под парусами, но теперь чуть-чуть по-другому. Итак, давайте я так пока оставлю, это непосредственно такой пробненький, да, и потом, если, опять же, вам понравится, вы напишите комментарии, да, и посмотрим, в общем, если он зайдет, то я могу его продолжить, да, показать, что там дальше будет и так далее. Так вот, значит, ну, вы уже заметили, повторить. Так вот, вот такой вот теперь у нас такая баржа, которая, видите, да, она у нас сломалась, да, и теперь любой предмет имеет прочность вообще, вот, видите, мы должны будем ремонтировать, это наши три брат-акробата, здесь вот такие вот чудики стоят, да, ну, чудики не изменились, да, они, видите, пытаются равновесие удержать на плоту, значит, один из них вот подчинил более-менее, да, вроде бы как заработало. Так вот, этот баржа имеет непосредственно, как видите, еще и топливо, совершенно верно, оно имеет топливо. Для чего оно нужно? Для того, чтобы... Я все думал, как же она продвигается. Я потом все-таки обновление посмотрел. Так вот. Как всегда, у нас есть вот такой вот вид. Видите, прям море бушующее. Можно, кстати, туда сплавать за растениями. А здесь что у нас? Оу, кстати, можно вообще вот туда сплавать. Но, как вы думаете, все-таки плыть до туда очень далеко, да, но у нас нет лодки. Ну, лодку, потому что мы не можем сейчас создать, у нас нет ресурсов, да. Не, конечно, можно пособирать этого, но для того, чтобы лодку создать, нам нужны непосредственно детальки. Как видите, железные, да, вот такие вот нужны детали, а металлолом, да, он называется. Так вот, здесь в этой сейчас в обновлении появилась совершенно крутейшая вещь. Карта. Вот так мы теперь передвигаемся по карте, друзья. И для этого существует, собственно говоря, фул, да, то есть топливо. Видите, если мы вот до сюда, у нас, ну, не хватит топлива, да, вот только до сюда плывем. И, собственно говоря, она измеряет, вот, ну, докуда и сколько мы сможем проплыть. Ну, можно вот так вот проплыть там, да, и как хотите. Идти до туда вот так вот уплыть. Вот это вся карта. Ну, что вам сказать? Вообще глобально, на самом деле, если вы помните, в начале, когда мы приезжали некую, ну, локацию, да, нам давали некий вот такой круг, где мы собирали полностью ресурсы и как бы уплывали. Ну, там может быть один какой-то разрушенный домик, да, или трущобы, что-то такого плана. И мы должны дальше были потом плыть. А сейчас прям сделали, ну, вам я скажу, ну, прикольно. Ну, видите, надо выйти из этого, блин, гробного круга. То есть у нас, видите, вот так вот, да, надо когда-то подальше отплыть. Нельзя за остров, на остров. Вот так вот, давайте подплывем поближе. Так вот, мы сюда отправляемся. Дальше. Ну, подплываем к острову. Да, и непосредственно, собственно говоря, там собираем. Далее. У нас появился вот такой Move to Nav регион. То есть, это не один регион. То есть, это только, точнее, это один из нескольких регионов, которые мы будем посещать. Ну, конечно, минус. В чем минус в данной игре? В том, что, блин, проходит-то одна и та же канитель, да?
То есть в каждом регионе нам предстоит исследовать, нам приходится собирать, нам приходится строить и так далее. Откуда, блин, вот это мне единственное, что не нравится, когда, видите, колесиком крутишь, да, можно как вот фростпанк и так далее, блин, раз так перелететь. Я, правда, не туда приплыл, да, по-моему. Ну ладно, давайте приплывем, да, сбор ресурсов, пойдем, пусть они, так сказать, нацепим, да, и наш первый такой заплыв, да, человечек поплывет, но он может один только плавать. Что могут другие делать? Все то же самое, как и было и в предыдущей версии игры. Ну, слушайте, ну классно, видите, там дно видно, ну классно, классненько сделали, переработали, стала игра, ну я бы сказал, стабильнее, ну более постабильнее, наверное. И надо было вот с этой стороны все-таки подъезжать, и мы, видите, плыть-то далековато. Нет, слушайте, как бы он еще и жрать хочет. Сейчас умрет нахрен. Да, киты, правда, здесь проплывают вот да, сквозь вот эти вот скалы могут проплыть, никого они, в общем, не нападают, в общем, анимация такая простейшая, да, нет вот этих фонтанов, но это у китов, по-моему, это кашалот, ну или кит-кашалот. Так вот, единственное, что в этом проблема, это в том, что в каждом регионе мы должны будем то же самое делать. Но опять же, тут спасать, скорее всего, опять же, также людей. Если вы помните, было раньше карта, мы перемещались некие, ну, такой 2D, да, карта, и нам давался только выбор. То есть, либо мы под парусом идем, либо мы идем под топливом. Сейчас все только под топливом. Если мы хотим перемещаться, ну так сказать, по карте очень глобально, то только под топливом. Дальше. Давайте, значит, переместимся. Я, видать, не очень туда правильно подъехал, да. Вот единственное, что понять, где это... Да, видите, вот. Вот здесь вот получается у нас вход. Да. Лучше это на карте, кстати говоря, подплывать вот именно к входу, чтобы, ну, понятное дело, чтобы меньше плыть. Да? Поехали. Да, аниме классненькая игрушка, мне прям очень нравится, я за ней слежу, периодически обновление получаю, да, когда что-то такое очень интересное, если выходит. Вот, до этого были такие обновления, знаете, фиксики, фиксы, там что-то, правочки небольшие. Но это, вот это мне прям очень порадовало. Она действительно изменилась, ну, на мой взгляд, все-таки в лучшую сторону. Очень в лучшую сторону. Да. Ну, а для того, чтобы нам построить, опять же, здесь все то же самое. Здесь у нас, мы можем вот так вот, да, это у нас, насколько помню, пластик. Да, это у нас пластик. Топливо здесь из пластика. Да, нужно будет добыть пластик. Нужно нам вообще-то дерево, вода. Ну, у нас есть еда и вода. Все то же самое. Единственное, добавилось здесь, значит, такой некий миксер, который из пластика делает топливо, перерабатывает в нефть. Нефть, да. Ну, пластик. По-моему, из нефти уже пластик делается, если я не ошибаюсь. Опять мы не там при... Да, мы не там, наверное. Ну, здесь можно два. Когда у нас будет лодка, мы потом можем на лодке, если что, плавать. Ну, это быстрее, естественно, чем он так будет плавать один. Тем более ему собирать довольно-таки много придется, как вы видите, да? То есть, ну, там и 10 того, это 10 того, блин, там. Можно, конечно, это я, насколько помню. А раньше вроде бы можно что-то или нельзя было запрещать. Не, по-моему, нельзя, да? Да, нужно будет все забирать. Когда топливо закончится, мы просто никуда не сможем двигаться. Вот, вот, собственно говоря, в чем здесь фишка. Также, если сейчас у нас ограничено вот такое пространство, это то, что могут люди доплыть непосредственно, ну, так сказать, руками, да, то, естественно, и как только мы построим лодку, круг будет больше, да, и
Это как раз вот здесь вот обозначил. Вот так вот мы можем сейчас, блин, посмотреть это вот так вот, видите, вот. Вот таким способом можно. Это не очень, конечно, удобно, но с другой стороны так очень довольно-таки прикольненько. Да, ну немного иногда вот до сих пор зависает, но это скорее всего возможно из-за того, что у меня поставлено несколько программ, стоят. Так, давайте как-нибудь вот такой вот скриншотик на заставочку. Ну, то есть здесь рассказывать больше такого, знаете, нет, это нужно, в общем-то, смотреть, да, пробовать. Значит, второе, еще что появилось. Есть одиночная сушилка, есть двойная сушилка. Ну, естественно, разница в том, что даже на картинке показано, то есть она сушит в два раза больше. Потом миксер непосредственно топлива. Все то же самое. Помостки здесь непосредственно есть, склады, да, спальня, опять же, кровать. Можно будет здесь вот увеличить, да, некую разблокировку можно уже сделать. Это, по-моему, дается за исследование. Вот мы сейчас, да, вот это, по-моему, когда изучим, нам дадут 5 исследовательских очков. Эти очки мы, естественно, можем опять же потратить. Но тут, видите, в чем дело. Тут непонятно совсем мне чуть-чуть другая фишка. Видите, здесь уже есть склад. Я не знаю, зачем вот его здесь разблокировать. А, может быть, он еще. А, на 120, да? А этот на сколько тогда? Ну, странно. Он появляется на самом деле. То есть не знаю, зачем смысл его тогда разблокировать. Ну, дом, понятное дело, да. Тут может быть два уже наших жителя жить. Появился, по-моему, если я не ошибаюсь, его не было, вот такой вот резервуар для хранения воды, по-моему, его не было, он, ну, большой, здоровый, на картинке, да, был, по-моему, если я не ошибаюсь, вот такой вот. Опреснитель, это все то, это то, что все было, ну, и это, в общем-то, тоже, да, это все присутствовало для того, чтобы нам добывать еду. Я думаю, что вот таким способом путешествовать, да, туда-сюда, ну, довольно-таки прикольно. Слушайте, прикольно. А что мы можем сейчас? А мы ничего не можем. Мы только кровати можем, да, сделать. Нам не хватает. Нам вообще нету пластика. Да, у нас нету пластика. Поэтому я, собственно говоря, не смогу вам ничего показать. Ну, построить. Ну, кроме как кровать. Кроме как кровать. Ну, можно, на самом деле, надо было бы мне, наверное, встать как-то. Да, хотя. Да, надо было мне вот так вот встать, наверное. Да, я бы пластик собирал, да, по большому счету. Да, но если я сейчас сюда уплыву, я, наверное, вряд ли смогу вернуться. У меня, видите, топливо практически на исходе. Ну, что поделать, да, что поделать. Ну, давайте сплаваем, я, может быть, что-то напоследок покажу. Как это, наверное, скорее всего, будет интересно тем, кто эту игру еще не видел и не знает. Да, потому что, ну, те, кто уже видели, наверное, уже видели. То есть они также строятся, как и строились раньше. Давайте сбор ресурсов отправляем. Здесь мы ставим вот такую. Значит, стоп. Давайте вот так, блин. Так, о. Можно двоих сразу сюда назначить, да, и вторую скорость включить, чтобы они быстрее сплавали. Топливо нам, слушайте, можно, конечно, сейчас топливо сделать, нам, в общем-то, 12 нужно будет пластика, но прежде этого мне нужно будет 8 помосток сделать для того, чтобы, да, и мы сможем тогда хотя бы уплыть. Для того, чтобы все остальное, нужно сухое дерево, ну, то есть мы из воды добываем мокрое дерево, потом его сушим в сушилочках, вот здесь вот таких вот. Ну, самое прикольное это вот это, да. И
Наверное, скорее всего, со временем разработчик как-то это все-таки сделает того, что нужно будет, это уйдет в исследование. Да, потому что, ну, если есть сушилка обычная, да, то, скорее всего, ну, веревка где-то вот здесь должна сушилка появляться как апгрейд, да, то есть мы должны исследовать, чтобы была двойная, потому что, ну, сейчас я веревку могу хоть сейчас сделать, и, ну, как-то получается не очень, ну, не очень. По мне, все-таки она должна быть где-то в апгрейде. Вот. Кстати, вот так вот поставим. Веревки делаются в мастерской. По-моему, здесь больше ничего особого такого. А, ну, здесь у нас появился фиш стикс. Это, я так понимаю, некая сушилка отдельно. А здесь есть сушилка непосредственно для бревен. Wood, да. А раньше была сушилка, можно было как-то выбирать внутри самой сушилки, можно выбирать, либо ты рыбу сушишь, либо ты эту сушишь. Здесь сейчас разделили, конечно, вот эту вещицу, то есть теперь есть отдельная сушилка именно под рыбу, и в этом плане не нужно как-то следить, да, вот поставили, например, там сушилку и постоянно переключать что-то, да, парочку сушилок для бревен, парочку сушилок для рыбки и так далее. Пока я людей не встречал, я за кадром немного поплавал, пока людей не встретил, возможно, они на карте где-то присутствуют. К сожалению, я не, нельзя вот как-то, видите, вот он, трущобы, допустим, разрушенная фабрика. Посмотреть гнездо чайки, да, вот в аду. Ну, можно вот зайти вот так вот только. Но опять же, это не очень удобно, да, если смотреть. Так, где у нас виадук? Я как-то. Да, вот. Да, вот этот, по-моему. А, это у нас понятно. Вот этот, скорее всего, виадук. Ну-ка. Да, возможно, там. А, нам не дадут, да, посмотреть. Нет, там рыбка какая-то плавает. Или вот он. Нет, это у нас заросшие скалы. Там у нас нефть. Нефть какая-то. Ну вот. А, вот он, для трущоб. Нет, эту трущобу мы собираем. Вот не встречал я пока людей. Людей я пока не встречал. Не знаю, правда, где они будут. Да, пока не знаю, слушайте, пока не знаю. Может быть, опять же, вот это как раз и будет задача наша, да, в основном искать людей, да, вот плавать на островах и выискивать их. Пока встречались мне только одни ресурсы, вот. Видите, здесь даже название, кстати, если мы переименуем непосредственно, да, наш, так сказать, где-то вот сердце города, да, ну, а, это изначально, когда мы корабль, да, называем плот. Вот, если бы я назвал его по-другому, то здесь была бы надпись именно ту, которую я захотел. Вот, ну и давайте я вам покажу, как делается непосредственно вот топливо наше. Давайте мы его так вот поставим, сделаем сейчас. Так, что ты у нас собрал? Ты у нас собрал 5 штучек, да? То есть можно, в принципе, да. Ну, тут нужно, видите, веревка. Ну, чтобы веревку опять же сделать, нужно мастерскую. Можно, кстати, ее прикрутить, не знаю. Ну, давайте вот сюда прикрутим пока что. Вообще, очень занимательная игра. Я в ней очень много провел времени. Она еще когда была только-только, по-моему, собиралась выходить. Или уже вышло с такими. Мне разработчик как раз ключики прислали, и я ее сделал. Видел, как она изменялась, и причем классно. Вот, мы можем вот так вот сделать, и нет. Все, теперь вот это все, что они будут пластиковые отходы собирать, они будут, естественно, все это вот сюда вот в миксер закидывать. Ну, слушайте, классно сделано. Вот такой, знаете, вентиль там. А, вот здесь они крутят, значит, ручку, перерабатывают этот, сейчас вот он накидывает туда, значит, пластмассу, потом он за эту ручку будет такой, да. Единственное, что, ну, нету анимации, к сожалению. Вот как-то было прикольно, если бы крутилось здесь вот эта фигня.
Ну и давайте парочку сделаем. Здесь пока вот это осталось то же самое. Да, здесь веревочка, здесь дрова. Да, дрова это для того, чтобы нам опреснитель. Вода заканчивается, естественно. Ну да, в общем-то, здесь не так много нужно жителям, нужна и только еда и вода. Еда без разницы, рыба, мясо, по-моему, нету, консервы здесь, по-моему, вот мы сейчас на каком-то из острове добудем консервы, да. Но они единственная энергетическая ценность у них единичка, это не так и много, и, поверьте мне, это ой-ой-ой, как немного. Так, здесь все, вот они сделали, и давайте, значит, можно вот сухое дерево, например, поставить, куда бы его. Так, сейчас я бы, конечно, его, блин, прихватить бы его куда-нибудь. Давайте так вот прикрутим. Да. Ну вот он, они долго делают. Прям, ну, топливо они так, знаете, прилично. Прилично у них там. Вот. И, собственно, вот оно дерево, да, и он постоянно теперь будет вот сюда вот. Видите, такая двойная теперь. То есть, если мы первую выбрали бы, она такая маленькая была. Ну, маленькая такая одна ячейка была бы. То здесь они так уже прилично сюда запихивают. Но у нас бревен все равно нету. Да, поэтому нам, собственно говоря, там и не нужно, да. Ну и вот такая сушилочка для рыбы есть. Ну, она, как видите, она очень напоминает, собственно, эту сушилку, только более такая в наклоне. С наклоном, что ли, да? Да, вот такая вот. Вот, так что пишите, что вы думаете об этой игре. Интересно, неинтересно. Если интересно, значит, ставьте лайки, пишите комменты. И мы, непосредственно, если... тогда я начну ее, так сказать, прохождение некое. Ну, может быть, я не скажу, что прям... глобально, почему? Потому что плавать здесь, в общем-то, интересно, но вот эту карту мы, наверное, бы с вами поплавали бы вот здесь, вот по всем вот этим островам мы прошлись, поскольку если уплывать, уплывал, точнее, на другой регион, и там также появлялся вот такой вот раздел, да, гладь, и также мы опять же исследуем большое-большое пространство. Так что вот. Все. На сегодня все. Пока-пока. С вами был я, Мастер Квартира 1. А вот у нас уже и топливо, видите, как говорится, на... Да, вспомни о нем, и оно появится. Ну, напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся.